Поезд называется «Король в яйцах». Железнодорожник, который пьет чай. И он работает много. Железнодорожник – это тот, кто работает на железной дороге, водит поездами. Железнодорожник – это тот, кто ездит на поездах. И еще, это еще день машиниста. Это тот, кто ездит на паровозах, а паровозы ездят на рельсах. Он везде ездит. Железнодорожники еще готовят чай. Их называют проводницы. Люди живут на поездах. Самый веселый железнодорожник – это Верка Сердючка. Ему нечего делать, и он стучит по мотком, по колесу. А еще здесь воры железнодорожники, они ходят по вагонам и воруют. Еще есть песня про паровоз. Постой, паровоз, стучите колес. Если бы их не было, мы бы не побывали ни в каких странах. Спасибо им большое.